Всем привет! Сегодня в обзоре будет мой самодельный школьный рюкзак. При изготовлении рюкзака использовалась синяя фиолетовая тысячная кордура, сетка и полиамидная лента. А в качестве подкладки использовалась палаточная ткань. Также со всех сторон рюкзака были нашиты светоотражающие ленты. Рюкзак имеет 40 сантиметров в длину, 25 сантиметров в ширину и 15 сантиметров в глубину. На лицевой стороне имеется вот такой вот карман 25 на 28 на 8. Закрывается карман на вот таких двух бегунках с хвостиками из паракорда. В кармане нет никакой организации. Швы закрыты палаточной тканью. Змейка закрывается кордурой от дождя. К рюкзаку был сделан вот такой вот пенал. По бокам были сделаны карманы с резинкой для переноса воды или ланчбокса. Ручка рюкзака была сделана из двух полиамидных лент, черной и фиолетовой. Змейка на основном отделении также закрыта кордурой и имеет два бегунка. Рюкзак не имеет никакой организации, сюда с легкостью могут влезть все учебники, еще в придачу сменка и физкультура. Внутри рюкзак обшит полностью палаточной тканью. В сетке рюкзака имеется 2-сантиметровый изолон. Лямки рюкзака пришиты вот так надежно. В лямке положен сантиметровый изолон. И по всей длине идет полиамидная лента. Для регулировки используется трехщеленка. Дно рюкзака усилено 1200 кордурой. Вот такой рюкзак сегодня у нас был в обзоре. Большое спасибо за внимание. Всем пока!